записывали, я думал, ты пару моментов повырезаешь. А, нет, ты просто залил, как все есть. А что я должен был вырезать? Я не знаю. Вроде бы все норм. Типа монтажик, все дела. Чем мне, кстати, FPS в этой игре? А, то есть, что за лажа? Live, Translations, еще... А, вот, все, показывается. 148, 151. Так, жмем Shift Up. И смотрим, как падает FPS из-за того, что мы... я к тебе коннектуюсь. 135. Хорошо упало. Лучше не придумаешь. А чё такого? Вот это... Ну ты шустрый. В смысле? Ты так быстро плывёшь? Я не сказал бы. Отставание-то всё же есть. Все помню, да, я все помню. В смысле ты все помнишь? Ну, а вдруг ты ничего не помнишь? Из управления все помню. Управление? Пальцы не забывают. А если у тебя именно у пальцев мышечная память страдает, то есть как у рыбы, 5 секунд. Is it Sweden? No, Sweden is called Sweden. I see you are a wise man. What a strange island. I wonder who lives here. Look, tiny houses. Maybe little babies live there. Look, tiny bottles of liquor. Well, maybe the babies like to drink. Look here, tiny swords. Oh, these are some bad babies. Nope. That's gnomes. Yeah, he's right. Ew. Mother Fafnir! They took the boat! And Wade's still in it! Ugh, gods, I hate gnomes. All they care about is violence and looting. Let's teach them a lesson by beating them up and stealing their stuff! Woohoo! Ну, ок. Угу. Кстати, видел опечатку? В чем? Может, эти дети людят выпить? А. Людят. Я как-то не заметил. О. Стрел. Бедная пята. Какому там, кстати, богу зарядили вот чисто в пятку? Ахиллес. Это не бог был. Это был обычный смертный, которого там сделали неуязвимым, кроме пяточки. Капец, убить попал в пятку, это нонсенс. Ну вот, мне кажется, это и есть его нога. Да. А, Ахиллесова пята, блин. Я даже название не прочитал. Чего, я даже не смотрел на название. Все, упоротость зашкаливает. Так, однорукий топор, балинатор, бабочки. Короче, тут куча всяких мечей. Котик. Так, вон, выбери вот этот меч из веревки, мне кажется, он самый сильный. Не, я хочу. Лечебный. Только лечебный меч. И регенерация. Я читерный хиллер. Эй, ты начало. Чё? Тихо, я могу это подобрать? Как стрелять? Ты просто молнией шарахаешь. Ящички! О! Кстати, а когда я проходил, вот этого врага не было, который наверху. Он, кстати, по-моему, кого-то спавнит. Так, я бью стенку. Начало интригующее. Так, еще это чупакабра летать умеет. Я снова бью воздух. И этого я даже не замечаю. Как мило. Пошли. О! Враги. А вот этих врагов я помню. Еще хочу. Я там одного-то бить не могу, этот уже двоих убил.
Что-то этот меч какой-то слабый. Го поменяю. Меняй оружие. Пятку я не хочу, это тоже не хочу, нет. С каким я мечом ходил в прошлой игре? С вот этим? Нет. По-моему, я с вот этим ходил. Да, с этим. Долбил всем камни. А, так, выйти. Да, тупые жадные зомби. Чекпоинт. Аллилуйя. У тебя тоже все потемнело? Да. Ух, а то я думал, ты опять у меня графические игры какие-то. Помнишь, я тебе показывал что-то, как у меня все выглядело? Да, помню. Смотри, я футболист. Дайте мне стероиды. Как думаешь, слышно, что я долблю по кнопкам? Я... Лично я нет. Пока что. Я слышу. Иди сюда. Да сдохнешь ты. Не, что-то какая-то слабая пушка у меня. Так. Да когда же ты умрешь? Все. Гномики! А гномики тебе ничего не делают вообще-то. У них голова нашего друга. Ну давай сначала с большими разберемся, а уж потом будем горло отбирать. Окей. Знаешь, я все-таки за своим персонажем не могу следить, и получается, думаю, что ты это я, и как бы все время бью стенку. У меня иногда тоже такое бывает. Да, ну судя по тому, как ты тратишь свою жизнь, лучше возьми сетку меч, как и у меня. А где? Ну и куда мне с ней идти? Вперед! Смотри, застывший великан. Круто. Или же нет, это рыба, по-моему, громадная просто. О, йети! Шарики! Я только что понял, какой урон этого меча все-таки мизерный. Поэтому я лучше буду бить всех беконом. Беконом? А как ты еще это назовешь? Ай. Я перепутал твою способность со своей. Короче, по щам. Я жму 340, 350, 420 урона. Нужен. Мне короче, кажется, урон. Все, умер. Вроде бы нет. Я только что долбил всех без анимации. Почему, когда я играю по сети, у меня происходят такие глюки? Я пробовал эту игру запустить в одиночном режиме, все нормально. Ну, значит, тут плохо сделанный кооператив. Может, нет, кто его знает. Надо разработчиков спрашивать. Так, мочим этого чела. Так, я снова мочу воздух из-за того, что тебя принял за меня. Ты что, не отличишь раза от другого человека? Да просто знаешь, когда куча врагов и так далее, мы как бы сливаемся, и за тобой все время камера вертится. Ну да, логично. Ой-ё! Я бью! Спасибо, выручил. Все, убил. Так, иди сюда, голова. Так. Кстати, по-моему, когда я проходил первый раз, они были немного выше. Немного? Да. Потому что я не помню, что они прям были уж такие маленькие. Давай, денежку себе забирай. Я подбираю пустоту. Серьезно? Да. Стоп, назад. А, точно. Что? Там либо сайд-квест, либо сундучок. Давай заезд. Ну ок. Сайд-квест, финишировать быстрее гнома. И на чем будем кататься? Просто беги.
А, понятно. Ловушки еще всякие. Ну да. Даже так? Смотри, нас гном обогнал. Давай ты быстрее будешь двигаться. Так меня заморозили. Меня это не волнует. На насрать. Так, ну, в принципе, можно его обогнать, если постараться. Если ты в хвосте не будешь стоять. А все, фиг ты его обгонишь. А, уже все. Ну, сундук мы сперли, успокойся. Не, я подумал, нам меч какой-то дадут. Возможно, если бы мы победили. Да. Ну, ладно, иначе не судьба. Ну, еще один сундучок. Так, о, размножалищик. Знаешь, короче, вот этот сундук, это был утешительный приз. Так ты, падла. Размножальщик, иди сюда. Хватит выпускать их из своего чрева. Я покажу тебе, что такое почкование. Все. Смотри, милая прыгающая голова. Не то. Да и ладно. Hey, there's the ship! Look! I'm a stupid Viking! Let's run around and kill farmers and fishermen! Ooh, can I come? They're not real Vikings! They sure sound like it. Whoops! Hey, that doesn't have a warranty! Do you have any idea what this boat cost? It was free! Give back our boat! Boat is loot! Loot is for gnomes. But, we are also gnomes. What the frig are you talking about? You are also gnomes? We come from the other island, Gnomeheim. We're a rare group of green gnomes who don't look like gnomes. Seems plausible. Completely agree. I saw Gnomeheim on Fox News. Makes sense to me. Seems legit. Wait! If you're really gnomes, say something only gnomes would know. Loot is good? I'm convinced. It's like you see into my soul. Yay! Since you are a gnome, you will like to steal shit back. Or maybe just get it back right away? Ha 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 ha. We made a funny sneaky level for you. Fun sneaky level. Funny sneaky level! Don't step in the light, or the level ends! А, это легко. Серьезно? Да. Ну... Это, за тобой, считай, просто будут прожекторы бегать. Ну, хорошо. Осторожней, вот, видишь, избегай прожектора. А-а-а. И еще ключ надо подобрать. И не попасться. Не, это легко. Как ты его взял? Зря так, ты это сделал. Свет, отойди. Офигительный свет. Но потом-то, кстати, их больше будет. Зачем ты голову берешь? Она все равно за тобой идет. А, ну ок. Так. Свет. Лоха! Ты чё, попался? Вообще-то ты побежал. Нет. Я встал на месте, ты побежал. Так. Скажи, я попадусь, теперь я попался. Блин, не успел бежать. Так я и не попадался, я вообще даже до моста добежал. Да только что я попался, это уже я попался. Тихо. Так. Аккуратно. Да блин, чё ж... Как же вы так удобно двигаетесь, а? А хотя логично. Все. Все, да, ничего сложного. Так, ключик. Ай-яй. Там что, ключ? А, вон он. Сейчас все будет. Молодец. Тихо. Давай,
Теперь все в твоих руках. Ну давай же! Взял меня, кинул. Вот и все. Фу! Earshot. Wow. Well, that was weird. Oh, what did they do in here? Whew, smells like the locker room after a soccer match. Pungent, yet strangely appealing? No. Well, just the first thing. Also, ew. Mistress, behold, the zombies approach hell high. Yes, yes, we summon the worst diseases. Rubella. Migraine, common cold. Find them and make them miserable. Oh, that sounds bad. Is that the flu? Have you tried ginger tea? Yeah, fresh ginger. It's really good. Да, эпичность. Еее! Смотри на сколько. Всего лишь на два пунктика. Лёд и кости. А, я тебе этот меч показывал же. Ну да. Знаешь, сколько у меня сейчас ФП было? Ну? 666. Класс. Все, мы теперь будем сражаться, по-моему, сейчас скажу с кем. С простудой. Или краснухой. Я не помню, в каком порядке эти болезни идут. Да, без разницы. Вдвоем мы справимся. Окей, come on. Так, бери лучше у тебя лечебный меч. Он на... Регенерация. Ну, по щам, по щам, по щам, по щам, по щам. Ты на кой черт его бьешь? А что, нельзя? Вау. It's magic. А, вот он как он работает. Удерживать надо. Все, пошли. Не, можно не удерживать. Не знаю, я удерживаю. Мне писалось удерживать. Да. Всех на выход. Все. Просто нажимаешь. X у себя или там с чего ты сидишь. Угу. Я теперь играю. Блин, катсцена, точно. Эй! Hey, you guys are warriors! If you kill us, we get to go to Valhalla! This is our last chance! Guys, we've got stuff to do. We're not looking for a fight. Did someone say fight? Fight! 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 Ну, как хотите. Но мы делаем им приятно. Ну, в принципе, да. И куда он убежал? Так нечестно. О, прибежал. Все. Надо вот этого чудика наверху убить. Я уже понял. Давай, все в твоих руках. А? Я чё, в текстурке? Нет. Да, но мне показалось, что это текстура. Иху! А можно было просто перейти? Ну, ну ведь так же неинтересно. Угу, действительно. А! Молодец. Ты там где? Я живой. Вау, смотри. Это как сказать? Это сосульки или мечи вот эти, которые мне достали? О, тут, кстати, был сайд-квест, по-моему. Изи, по-моему. Это легкое задание. Ну давай, просвети, что значит. Построить снежного монстра из снежков. Вот оно что. Это все насчет изданий.
Да. Так, и как его... Ой. Ты не помогаешь. А я упал. Ага, он появляется, я понял. Вот. Кинь меня туда. Упс, я забыл, что если прыгаешь, что ты вниз кидаешь. Все, кидай вверх. Вверх? Ну вон, туда кидай. А не сюда. Кинул. Ладно, дай я кину. Фейспал. А почему ты в прыжке кидаешь на наверх? Че я так не могу? Почему оно улетает? Нужно, чтобы кто-то вот так вот поймал. Сейчас. Готовься тут умереть. Так. Ну почему он вниз кидает? Или вот так надо? Нет, не так, ладно. Все, осталось дело за немногим. Как ты его подобрал? Он только что у меня в руках был. Не было его у тебя. Окей. Нет, у тебя тут по-прежнему у тебя ничего нет. Окей. Так, ладно. Давай, короче, поменяемся. Давай. Лети наверх. Сейчас. Блин, уйди. Дай мне то, что... Давай. It's mad. Она исчезает. В смысле? Как так? Может, она в текстуру упала? Есть. И давай лучше ты ко мне, и ты будешь кидать. Да, окей. А я перепрыгну на другую сторону. Так, сейчас. Давай. Есть. Пошли. Фу. Наконец-то. Ты же в курсе, что это не последний? Да ну понятное дело, что все не бывает так просто. Докинешь? Изи. А может быть и нет. Давай, я попробую словить каким-то макаром. It's magic, друг. Полет шмеля. Дел дрянь. Не-не-не, все. Да блин. Зачет. И что тебе делать? Короче, неси эту снеговику. Ага, как? Без тебя ж никак. Офигенно. И взять тебя не могу. Че, серьезно? Я могу только покинуть сессию, получается. Ты решил тоже вниз упасть, да? Да. Это, конечно, эпично. Да дать мне голову друга схватить. Падлы. Долбаны. А ты можешь там попрыгать или что-то еще? О! До свидания. И как же мне тебя докинуть-то? Подпрыгни и кинь ее. И стик держи. И направь стрелочки вверх, а не вниз. Ну видишь, он вниз кидает. И наверное, это только у меня так. Так, а где твоя голова? Where my head, bitch? О, аллилуйя. Так, блядь, дайте мне птичку. Аллилуйя.
держи. Oh my fucking god! Ауч. Я на месте. Все. И я тоже. Так, ага, вон ты где. Вон он, снежок. Ну блин, я опять проиграл. Ну давай, бей меня. Окей. А тебя просто кинуть нельзя? Нет, бей меня, я не буду сопротивляться. Я лагаю. Что вообще происходит? Да сильнее бей меня. Вообще не получается. Я по тебе вообще попадаю? Нет. В смысле, вот смотри, вот ты стоишь, я тебя пытаюсь беконом атаковать, и дамаг не проходит. Беконом нет. 5 хп я тебе сношу, найс. Ого. Я просто, не знаю, я лагаю просто. Боже. Ладно, тогда мне просто тебя убить. Избавить тебя от мучений. Короче, устрою тебе. По тебе тоже дамаг не проходит, и по мне дамаг не проходит, да? Не сопротивляйся! Шо за два идиота, а? Что за фигня? Стыков не сдаться, нет? Да стой ты ровно! Я стою ровно, меня просто само по себе телепортирует в разные стороны. Я вижу! Это весело играть. Ты можешь меня уже добить? О, блин, теперь у меня нет лечебного меча. Ну ладно. Зато у меня он есть. Знаешь, что это значит? Нет, на колом он не лечит. Погнали. Чекпоинт. Так, снова летающий гном. Снова чудик с бараном. И снова этот ходячий спавнер. О, еще что, с мешками умеешь смотреть? Не, ну где это видно? It's magic. Ты куды? Туды. А зачем? А, усилял его. Просто так. Ю-ху! Магазинчик! Может, уметь поменять. Ну, я тогда его куплю. Все, теперь хотя бы враги замораживаются. Нормально. О, вот эти чудики считаем, они, кстати, неплохие. Иди сюда. Фу. Фу, мне вот интересно, а как они урон считают? Мать им.
мать их. А. Ладно, это бред. Птичка. Я это заскриню. Птичка. Смотри. Сосулька. А я летать смогу? Наверное, нет. Окей. Я полетел на сосульке. Пошли. Знаешь, я вот задумался о том, что меня могут соседи слушать, и вот не знаю, что они слышат. Я летел на сосульке. Отлично. Побежали дальше. Угу. Давай, где ты, болезнь? Ну, в конце уровня, логично же. Кстати, по-моему, сейчас именно она будет. Если я не ошибаюсь. Так, ага, я понял. А, сначала вот так надо. Ящичек. Айо. Не умеешь ли на них летать? Да не, я слишком рано класс мог пустить. Окей, как скажешь. Так, я тут одного беса не могу надамажить. Зато он меня может надамажить. Все? Нет, не все. Можешь там своих соседей надамажить? Я бы с радостью. Не представляешь, с какой радостью я бы это сделал. Да, вот, домик престарел, значит, сейчас должна быть болезнь. Вот даже чекпоинт. Ну, пошли. А может быть и нет, даже не сейчас. Haven't seen them. Oh, well, whatever. Get out. I got a good thing going here. All I have to do is make sure only people who died of sickness and old age get in. I have a lot of experience with people dying, so it's right up my alley. We're going in! You can't go in. You already died in battle. Tell you what. Find me 20 dead guys for Helheim, and I'll let you in. But make it quick. Four corpses, please. Ну, 20 мертвецов, я не думаю, что это так уж и сложно. Пошли, нам нужно их кидать, нам их дубасить не надо. А меня зачем? Ты меня тоже, если что, сейчас берешь. Да? А, ну ладно. А, у меня уже в руках есть один. Этот что, был демоном? Умер в мирном окружении любимых Лев Хоуфхайм. Вот и волк узнаем точно не слышит. Это да. Эй. О, может бочка садил за колпай? Давай. Еще два. Давай. Мы друг друга подбираем. Все, есть. Ага. Wow! Great work, guys! Okay, go in, but if anyone asks why you died, say... Ew. It smells like... Who are you?
Oh my god, Rubella! I am such a fanboy! Oh my god, I am so geeking out right now. Could you sign a corpse for me? I will never wash this face again. Step aside, fool. Oh my god! She spoke to me! I am sending these stupid Vikings back to their graves. You are so goal-oriented. Oh, what a role model. Ну иди сюда. А, даже так? Так, алло, сори, я тут повкашу. Ну, спасибо, что хоть вернулся. А ладно. Я уже думал, мне вернуться самому. Так. У меня лечебный меч, так что мне все плохо. Ну если. А, точно, я-то свой поменял. Блин. Но зато я ее хотя бы торможу. Это да. Ой, вот это, кстати, тоже надо бить. Окей. Это бомбочки. А, нет, их не надо бить. От них надо убегать, по-моему. Иди сюда. Это самый легкий босс. Ну, а еще будет два таких. И я снова без башки. Ляща тебе. Нет. Нужно, 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 еще чуть-чуть. Все, на труп. Kiss me. Kiss me so you will live on inside me forever. Okay, this is the grossest thing I've ever seen, and I've been inside a giant snake's anus. Да. А чё, ты тоже там побывал? Рубилятор. Рубилятор. А он что, всех краснух из-за это? Как сказать, заражает. Сейчас узнаем. Нет, слушай, приостанови сейчас запись.